Дня завтрашнего дня во Дворце спорта 50 лет Победы в Якутске стартует первый этап чемпионата России по волейболу сидя. Сегодня в столицу республики прилетели все участники, тренеры и судьи соревнований. За призовые места поборются 6 команд. Это бронзовые призеры Паралимпийских игр волейболисты из Свердловской области, а также Москвы, Омска, Санкт-Петербурга и 2 команды Якутии. Торжественное открытие пройдет завтра в 11 часов. Сразу после этого на площадку выйдут сборные Санкт-Петербурга и Омска. А игра первой сборной Якутии по жребию выпала на фаворитов соревнований, сборную Свердловской области. Игры это здесь решается, кто станет первым, вторым, третьим, четвертым, пятым. А уже потом команды после этого распределения, они приходят к следующему чемпионату с очками. А команды, которые новые захотят участвовать, они с нулевым количеством очков. Мы все привлекаем здоровых игроков для того, чтобы можно было дать возможность развиваться людям, которые пришли в волейбол сидя. Для этого, собственно говоря, мы на чемпионате и допускаем. В дальнейшем у нас не будет, да и, собственно говоря, мы еще на этом чемпионате проговорим, у нас не будет минимальный или здоровый, у нас будет просто 2 здоровых игрока.